регионе обновился парк школьных автобусов. Всего государственные образовательные учреждения области получили 41 машину. Приобретенные за счет средств областного бюджета автобусы соответствуют всем требованиям безопасности и оснащены тахографами, терминалами системы ГЛОНАСС, проблесковыми маячками. Новые автобусы в состоянии перевести не менее 800 детей. Напомним, что сейчас в Самарской области по 761 маршруту курсирует 668 автобусов, которые доставляют в школы более 17 тысяч детей. До конца этого года за счет средств федерального бюджета запланирована поставка еще 27 единиц транспорта для нужд учебных заведений региона.